Всем привет, дорогие друзья! С вами, как обычно, Паша Блейзин, Леха Джейл, и сегодня мы играем игрушкой под названием GTA 5 Online с рубрикой «Эксперименты». Всем здорово, чуваки! Ребята, в этой офигенной серии по экспериментам мы с Лехой собрали две крутые коллекции тачек. И в этом ролике мы, ребята, взяли класс суперкаров. Также, ребята, мы взяли тачки с турбомоторами. Ну и, конечно же, не забыли про турботачки на турбоколесах. Но, наконец, мы взяли турботракторы! Чё-то много слова «турбо» прозвучало за несколько секунд. Ну да ладно, короче, ребята, все эти крутые тачки мы будем сегодня тестировать на нашем эксперименте, где и зеленый, желтый, синий и самый высокий, большой, красный уровень. И по этой серии мы посмотрим, какая же турботачка сможет забраться на самую высокую ступеньку. И, друзья, я надеюсь, что видосик вам понравится. Вы, как обычно, поставьте ему свой мега-эпичный, мега-крутой лайкос, а также подпишитесь на мой канал. И, ребята, я вот так заметил, вам безумно нравится эта рубрика, но она выходит довольно-таки редко. И чтобы это исправить, давайте на этой серии наберем кучу лайков. Вот прям засыпем видос лайками, прям чтобы он залагал. Ну ладно, столько лайков прям не надо, а то YouTube еще офигеет от этого. Ну короче, ребята, ставьте лайк, если хотите, чтобы эта рубрика выходила намного чаще. Ну и я желаю каждому приятного просмотра, приятного аппетита. Ну а мы начинаем наш видос. Мы же с Лехой готовы начинать нашу рубрику, когда уже смотреть, какая же из этих крутых и быстрых тачек сможет забраться на самую высокую ступеньку нашего эксперимента. Да! Но перед этим, как обычно, мы должны, ребята, определиться, кто за какую сторону тачек будет играть. За сторону фиолетовых, либо же сторону оранжевых. Ну и, ребята, так как в прошлой серии я был, ребята, вторым, а Леха был первый, то в этой серии мы меняемся, и я буду выбирать сторону тачек. Так, Леха, подвинься, давай, бам, тебе чепалаха. Ну ладно, давай. Так, ребят, давайте думать, так, оранжевый либо фиолетовый, фиолетовый или оранжевый, так, что бы выбрать? Так, ну смотрите, ребят, тут у фиолетовых тачек есть крутой суперкар, а у оранжевых есть БМВ-кар. Так, ладно, хорошо, так, тачки с турбомотором, так, турботрактор. Кстати, вот, например, в оранжевой этой коллекции турботрактор лучше, чем фиолетовый. У него три мотора! Блин, ребят, чем выбрать? Ладно, ребята, так как у этой коллекции турботрактор на трех турбомоторах, то я выберу именно оранжевую коллекцию. Да! И мы посмотрим, вот прав я или же нет. И я надеюсь, что моя коллекция сегодня победит твою коллекцию. Я тебя выиграю. Удачу. Ой, да конечно, оранжевый цвет, крутой цвет, не знаю, да, цвет апельсина. Да, фиолетовый цвет баклажана. Ой, мой апельсинчик, так что я круче. Раз, два и три, погнали. Форсаж, рулет. Пока, форсажник, я быстрее тебя. Я дальше. Тут дальше вообще классно. Так, ребят, давайте проезжаем. Эх, поднимаемся. Я буду задом подниматься. Ой, давай, что с моей машиной стало? Не трогай меня, ты что меня трогаешь? Так, ребят, давайте проезжаем аккуратненько. О, нормально. Не, слушай, форсажные тачки, они очень быстрые, поэтому, мне кажется, моя тачка заберется на оранжевый уровень. Моя тачка застрянет точно где-то на середине. Ой, застрянет. Вот твоя застрянет прям на первой ступеньке, а ты там оставайся. А я, ребят, за тобой на хвосте, я сейчас по своему бамперу заеду. А я прям хорошо так понимаю. Так, ребят, давайте сейчас, раз, два, три и ба-бам. Давай. У тебя уже машина по деталям развалилась, смотри. Давай, я верю в нее. На свалку едь. Да какую свалку, вот ты на свалку едь, а я, ребят, буду подниматься. Не получается, ладно, попытка номер 4. Раз, два, три, четыре, ба-бам. Капитан, у меня капот, я не могу. Стоп, а у меня вот капот отвалился. Так, ну-ка, может, я по нему смогу заехать? У меня капот, так. У меня капот. Ага, капот. А, так, ну-ка, давайте, раз, три, разгон. Эх, давай. Колымага. Да нет, ты что там внедорожник построил? Да я хочу на оранжевый уровень. Уйди, ушел. Ты что ты меня пихаешь? Чуть не закинул, я давай, испугался. Так, ну-ка, еще раз, раз, два, три, задом и эх, ба-бам. О, давай. Упадешь, не вернешься. Я буду, первым, давай! Нет, ребят, у меня не получается! Ладно, делаем нашу последнюю попытку, если получается, то получается, если нет, то нет. Раз, два, три, разгон! Разгон! Давай! Водила, ты куда поехал? Я рекламила!
Ах, блин, ребят, я не могу. Получается, у меня всего лишь 8-я ступенька, у Лёхи 9-я, и мы переходим к нашим следующим точкам. Но после того, как мы уже протестировали наши спорткары, мы, ребята, переходим к нашим гиперкарам. И посмотрим, у кого же тачка вся круче. BMW M8 у меня, а у Лёхи это Audi R8. Да. И мы посмотрим, какая же восьмерка будет лучше. И перед этим, ребят, пожалуйста, влепите свои лайкусы. Ведь я знаю, что многие еще не поставили свой лайк. Так что, ребят, давайте быстро спускаемся вниз под видос и ставим лайкос. Да. Тем более у нас крутые машины, и я думаю, они заслуживают вашего лайка. Точно. И раз, и два, и три, Леха, погнали. Это я, Буля, а ты Капуша. Ой, ребята, вот это было хорошо. Я на 7-й ступеньке. Нет, я не буду спускаться. Давай, удачи. Так, а я, ребята, попытаюсь забраться выше. Капот. Так, ребят, секундочку, капот упал. Значит, мы можем по нему забраться. Так, давай, капотик. Так, сейчас я буду, ребят, пытаться. Тактика, капот. Ближе. Нет, уйди отсюда. Так, ребята, давайте скидываем. Пошел, попал. Это карма. Я упал из-за тебя. Дай мне забраться. Да нет, дай мне забраться обратно. Так, нет, ребят, сейчас мы заберемся и раз, два, Давай. Учись, студент. Нет, у меня слишком низкая тачка. Блин, ребят, не получается. Так, ладно, раз, два, три, разгон. Дорога перекрыта. Так, ладно, подождите, ребята, у меня есть небольшая тактика. Как, ребята, тактика. Так сделать? Так, секундочку. Так, ребят, сейчас вы увидите мою тактику, вы просто офигеете. Так, берем и ломаем дверь. И теперь, ребята, по этой двери мы забираемся. Раз, три, и бам. Так, давай, и еще раз, и бам. Давай, о, хорошо, нет. Почти. Слушай. А у меня получилось. Так, подождите, ребята. Еще раз. Хочу эту тактику еще раз протестировать. Сейчас тачку по деталям развалишь. Ну, конечно, это моя супер-мега тактика. Так, ребята, давайте берем. Опа. Так, ребята, теперь поэтому забираемся. Теперь я по ней забираюсь. Нет, уйди, это моя дверь. Так, моя дверь. Так, еще раз. Раз, два, три. Моя дверь. Блин, ребят, не получается. Дверь слишком далеко от ступеньки. Ладно, ребят, получается. Ты как залез? Ку-ку. Ты как залез, Ты что, офигел? Легко и просто. Ой, блин, ладно, ребята. У меня получается 7-я ступенька у Лехи. Да ладно, ты еще дальше хочешь забраться, буксую. Вот и все. 8-я ступенька у Лехи, у меня 7-я. И мы переходим к нашему 3-му раунду. Ой-ой-ой, ребята. А вот эти уже тачки с турбомоторами, которые умеют подниматься на задние колеса. Да, и, ребята, у меня это Слампан, у Лехи это Ред Рак. И мы проверим, какая же тачка будет круче. И раз... И два, и три, Леха, погнали! Ребята, я превращаюсь в свой Бигфут, и, ребята, поднимаюсь на все ступеньки! Бигфут! Норм! Так, подлетаем, это все под контролем! Просто, ребят, кто не знал, у этих машин может модифицироваться подвеска! То есть, смотрите, я вот низкий, а вот сейчас я высокий, и могу подпрыгивать даже! Так, давайте, сейчас подпрыгиваем! О, как подпрыгнуть, не понял! Какая фиговая прыгучка у тебя! Да, в смысле, хорошая прыгучка! Вот я сейчас возьму и подпрыгну передними колесами! Давай, получается. Получается, так, ребят, все хорошо, все под контролем, ребят, берем и поднимаемся. Вот не это начало. Вот так вот буду и подниматься. Так, главное, что, ребята. Это читерская тактика. Да, это хорошая тактика. Главное, правильно настроить подвеску. Так, ребята, берем, подпрыгиваем. Как подпрыгнуть? Так, ребята, давайте. Опа! Вау! Да, ребят, вот хорошо, давай еще бигфутик, пожалуйста, родники, давай! Я подтолкну, не переживай! Уйди, сопля! Фиолетовый, уйди отсюда! Так, ребята, давайте, поднимайся, давай! Давай. Ладно, нормально, почти. Давай, ты сможешь. Я почти же подпрыгнул. А ты что делаешь? Да я застрял. Сопля, я понял. Так, ладно, а я попытаюсь, ребят, давайте подпрыгаем, попрыгунчик. Сопля. Да, блин, ребят, у меня реально не получается. Давай, если я попытаюсь, ребята, забраться на свою машину. Так, ну-ка, давай, Да, блин, что-то не получается. Так, давай еще раз и бам. И еще надо подпрыгнуть. И что? Вау! Мэн, давай это самое, не надо. Ты опять застрял в том же месте. А я тебе помогать не буду. Так, ребят, давайте и... Я тоже застрял, давай, ребят. Давай, Пиноккио, залезай. Ой, спасибо, ладно, так уж и быть, я тебе тоже помогу. Не помогу, ладно, у меня веревок нет. Так, ребят, давайте сейчас попробуем и бам-бам. Давай, поднимайся. Не, у меня не получается, ребят. Даже с моей-то подвески я остаюсь именно на этой ступеньке. Получается, Лех тут тоже остается, и у нас у обоих 9-я ступенька. А вот это уже, ребята,
очень тяжелая артиллерия. Потому что у нас, ребята, крутые внедорожники на турбомоторах. И вы посмотрите, что за турбомотор у меня стоит. Это вообще тут всякие шпинтики, вунтики, какие-то непонятные гаечки. Турбоколеса. Ой, турбоколеса. А у меня, ребят, турбоподвеска, турбомотор. И мне кажется, моя тачка заберется выше. И раз, и два, и три. Погнали! Не, ребят, за такую коллекцию реально обязательно влепите свой лайк. А также, ребят, напишите в комментариях, что нам можно протестировать на следующей серии нашего эксперимента. Может, мотоциклы мы давно не тестировали. Может, летающие тачки, может, прыгающие тачки, может, тачки с турбоспособности. Ну да, ребят, либо же реактивные. И, кстати, я вот так подумал, мы никогда не тестировали развалюхи. Может, ребята, развалюхи ботовские протестировать? Напишите об этом в комментариях. Будет реально интересно почитать. А я, ребята, ой, что-то стрял, застрял. А вот я, ребят, наоборот, забирай. Опа, так давайте потихонечку, бам-бам. А ты давай отсюда шлепа, уходи, бам. Колеса у меня самые крутые. Так, ребят, давайте поднимаемся. А? Ой, он сзади. Лепешку сделаю. Давай, Лешка, лепешка, сейчас я тебя уничтожу. У меня есть тачка. У меня... Слышь ты, Пашка-какашка, за Пашку-какашку, а там все бам! Пошел нафиг отсюда! Слышь ты, кривомордовый! Давай, крипопопый! Ой, ай, и что, с капотом у меня все? Хорошо, да все хорошо у меня с капотом! Не трогай меня! Как рампа заехал по тебе! Вот ты как рампа, ты какаха! Ты понял, кто ты? Давай, уходи, уходи, уходи! Да! Пока! Все, ребята, это битва! И мне кажется, в этой битве я по-любому тебя выиграю! Так, ребята, давайте еще бам! Ё-моё, ну почти, давай еще раз так, ну-ка. И раз, три, да, что такое? Ребята, собираются, так, ну-ка, еще раз, давай. Вот, очень хороший, так, ребята, это уже. Это у нас рекордсмен, у него уже 12-я ступенька, и сейчас он забирается еще выше. Главное, потихонечку газовать назад, давай. Пожалуйста, ты, ёлки-палки, колымага, развалюха, не накидывайте! Я когда путируюсь, огорю! Да! Ах, боже мой, капец, ребят, я не знаю, сколько я уже тут пытаюсь заехать, но вы посмотрите, что стало с моей машиной! Это что за колобок? Это трындец, мне кажется, она сплющилась! Короче, ребята, сколько попыток я не делал, я не смог, ребята, залезть на эту ступеньку. И получается, моя тачка остается на 12 уровне. У Лехи на 11, и мы, ребята, переходим к нашему следующему раунду. Так, ребята, а вот эти тачки мне очень нравятся. Вы только посмотрите, у меня, ребята, это Мустанг на турбомоторе. У Лехи это какой-то непонятный Додж тоже на турбомоторе. И мы посмотрим, у кого же тачка все же лучше. И раз... И два, и три, погнали! Но по скорости понятно, Мустанг все же круче! Я лучше быстро Я стоп, ой, тихо, так, ребята, сэймся, да какой ты первый, ты будешь последним, так, а я буду первым, пошел сюда, папа, иначе! Не толкайся, это вне правил! У меня есть тактика, ребята, тактика называется пьяный суслик, всеми любимая наша тактика, так что, ребята, какой, не, вот у тебя пьяный сансей, а у меня тактика пьяный хомяк, или пьяный суслик, так, ребята, давайте, поднимайся! Поднимаемся, давай на задние колеса. Барсук. Да, какой барсук? Нет, бобер плавающий тогда. А вот барсук, тогда тонущий. Так, ребята, я поднимаю, давай. Нет. Походу, подожди. Это предел у тебя. Да какой пердел? Нет, не пердел. Так, ну-ка, давайте еще раз. Раз, два, три. Тот самый. Адский рогон. Эх, ну. Нет, подожди, ну как так-то? Эти тачки вообще-то. Они как очень... Я не знаю, потому что у меня мустанг. Так, ребята, давайте попытаемся. Эх, так, нет, не получилось. Так, давайте еще раз. Раз, три. Давай, и башка. Вау. Да, я понял, чего? Ребята. Вот, все, надо остановиться. Надо остановиться, ребят, на передние колеса. А это нам... Это было очень эпично, ребята. Так, ну-ка, еще раз, давайте. Нам надо, ребят, смотрите, нам надо остановиться на передние колеса. А делать это надо вот так вот. Так, нет, не получилось, так еще раз. Я умею, смотрите, ребят, нам надо чуть подгазовывать и потихонечку забираться. Ну, блин, ну ты какаха, давай быстрее. Так, ну-ка, вот на задние колеса. Не получается. Нет, не догоняй меня. Так, еще раз, назад. Вперед, так еще раз назад, потом еще раз вперед, и потом назад. И газуем. Да я пытаюсь раскачивать, что не получается. Так, ну-ка еще раз. И раз, и два, и три, четыре. Погнал. Вау. Вау, получилось. Все, ребята, вот такой. Такой вот раскачкой мы, ребят, должны подниматься на эти ступеньки. Так, только надо еще раз раскачаться. Раз, так, и еще раз так. Раз, два, и три. Так, нет, ребята, это ускоренная перемотка. Итак, попыточка номер миллион. Давай, попыточка.
Ребята, это очень сложно. На этих тачках капец, как сложно становиться на задние колеса. И поэтому, ребята, мы очень долго пытаемся забраться. Легко на крышу становиться. Что за фигня? Ё-моё, я вам тут не клоун. Так, ребят, давайте сейчас еще раз берем, так заново заем и поднимаемся. Да! Ребята, это реально рекордсмены. Они почти на синий уровень добрались. Так, и давайте еще раз заново. Так, еще раз вперед. И давай, давай, давай. Газу, газу, газу. Стоп, погоди, какое все? Нет, никакое не все. Я смогу добраться еще выше. Так, ну-ка, давайте так задом, передом и погнали. Да! Богом, богом! Ребята, реально синий уровень. Вот это да, так давайте еще раз. Так, раз, два, три, еще раз задом, передом. И давай, адский разгон, адский разгон. Нам хана, нам хана. Ай! Ой! Подождите, ничего не получилось. Так, ну-ка, еще раз, папочка. Это раз, предел, Паша, два, да, это ну-ка. Не пердел. Так, ну давай, ай, да кто напердел? Нет, стоп, секундочку, так, еще раз, раз. У тебя так, 18. Два, и три, давайте, разгон, вау, я ж говорил, это да не предел. Да, я человек-паук. Так, давайте еще раз, и раз, и два, и три, папочка номер семь, уху, бам, о, почти, нет. Паша, погодите, реально, что ли, все? Ну, я еще перевернулся на крышу. Помогите! Нет! Ладно, ребят, короче, давайте лучше не засчитаем 19-е ступеньку. У Лехи получается там сколько там было? 15-е! И, ребят, давайте перейдем к нашим следующим турботачкам. А вот они, наши крутые турботракторы. И получается, смотрите, ребята, у меня турботрактор с тремя турбомоторами, а у Лехи это обычный турботрактор. И давайте проверим, что будет круче. Ведь, ребята, мой турботрактор может вставать на задние колеса. Серьезно? Я поехал! Тракторист Паша Флейзин отправляется в путь. Так, ребята, секундочку. Ой, что? Вы видели эту сальтуху? Ребят, ну, за такое надо поставить обязательно свой лайк. Колеса больше за колеса больше. А у меня это самое. Зато у меня три турбомотора. Тихо, так, ребята, давайте еще раз. Три разгон. Вау. Контролим. Это такой крутой турботрактор. Мне кажется, ребята, он заберется примерно плюс-минус так же, как Мустанг. Так и главное, ребята, его контролировать. Иди нафиг отсюда. Так, видишь, я тут поле сею, так, пшеницу, картошку. Так что лучше отойди от меня. Я тебя сейчас посею. Так, конечно, поесть. Давай, картофан. Так, ну-ка. О, баклажан. Ты будешь баклажаном на огороде. Так, а я, ребята, ну, я говорю, я баклажан трактор. Давай. Вася, ты посмотри, сальтуха на него. А ты посмотри, как я забираюсь. Ой, тихо, главное, ребята, не подумай. Нет, не трогай. Не трогай. Я понял, ты морковка. Как? Ну, кстати, да, я похож. Я же оранжевый. И такой длинный. Не надо в землю. Я тебе сейчас это, знаешь, что? Зафигачу. Вырастешь большим и крепким. Ой, вырастешь. Ну, конечно. Ай, блин, ребята, вот турботрактор, вот минус в том, что он переворачивается. Это капец, как сложно. Он так еще неуправляемый. Ай, ё-моё, да как мне подниматься на задние колеса? Так, еще раз, и раз, три, вау. Тихо. Сканер, да не делал, что ли? Ребята, секундочку, мы берем, подцепляемся. Вау, нормально, сцените, вау, что я делаю? Давай, морковный трактор, я самый... Ой, он не поворачивает, стоп, секундочку. Так, потихонечку, помаленечку мы, ребята, переворачиваемся. Ребят, этот рентген, он вообще не поворачивает. Так, предлагаю сделать ускоренную перемотку. Уху, вау, что за сальтухи? Не, ребят, это реально ненормальный турботрактор. Так, перевернитесь. Ты сумасшедший! Перевернитесь меня, что за фигня? Эйфелева башня, морковка. Ребята, это называется дрифт на крыше. Короче, трындя, что это такое? Переверните меня, пожалуйста. Ребят, все, о чем мне делать? Мне помочь? Да, я думаю, уже нет, ребята. Все, этому трактору хана. Вау! Пипец, ребята. Короче, мой турботрактор остается на 14-й ступеньке. Леха, но какой там... 12-й. Ну и, ребят, давайте же перейдем к нашим последним танкам. Ой, ребята, кому-то сегодня будет хара. И мне кажется, это Лехи. Потому что, ребят, у меня-то танк, он крутой, военный. А у тебя что это за фигня какая-то? Капуша, бам! Ой, камуфляжный, он тебе не поможет, бам! Это битва шпак. Я тяжелее тебя. Ага, тяжелее меня. Давай, удачи. Вау! Ты что, вздумал стреляться? Ты что, Надя? Нет, я пошутил. Бам! Так, ребята, обстреливаем этого поклажанатора. Да у меня брони много, не переживай. Ой, а у меня тоже брони немного, поэтому, ребята, я подержу все. И мне кажется, танк заберется очень даже высоко. Так, ребята, потихонечку поднимаемся. Я не помогу, подтолкну, давай. Ой, да, конечно. Уйди, ты что, меня? Не обстреливай меня, Надя. Не надо. Да, обстреляй. Так, ребята, давайте, поднимаемся. Слушай, за счет гусениц этот танк у меня хорошо поднимается. Так что я думаю, ребята, я заберусь на оранжевый уровень на по-любому. Так, давайте еще раз. Я не могу, уже на желтый даже. Все,
Ой, застрял, на тебе, бам, так еще раз, и раз, и два, и три, четыре. Задом, задом огонь, не переживай. Слушай, так у меня еще передом танк хорошо поднимается. Так, ну-ка, давай, и раз, и два, и три, четыре, эх. Так, и раз, и два, и три, четыре, эх. Да не, хорошо, сейчас, секундочку, секундочку, и давай. Ладно, ребята, хорошо, hello, мы а, туда. А мы воспользуемся так, трактором. Ой. Эй, а я как забираться буду? Это был не так, ребята, все, давайте поднимаемся. Не, слушай, твой трактор очень, наверное, хороший для поднятия. Я сейчас тоже поднимусь по машине. Не трогай, бам, бомбанул. Вот, спасибо. Вот. А, ты что, не поднимайся, уйди отсюда. Так, давайте. Я тут гоню. Я попытаюсь, ребята, подняться, давай. Ладно, моя тактика забираться с помощью других тачек. Ребята, мы берем наш турботрактор и заезжаем по нему. Вау. Ой, ты его сломал, Паша. Что-то не так это работает. Ну и ладно, Леха или Пеха там остается, а я, ребята, буду подниматься, давай. Как давай, подняться? Давай. Так, ну-ка, может, от ступеньки? Так, ну-ка, давайте, ребята, брыщ. Вау. Стойте. Капец, что все заново, что ли? А я тебя догоняю, Леха, тебе хана, ты меня понял? Так, ну-ка, по тачкам тут буду забираться тоже. Так, давай, хорошо. Так, уйди отсюда, баклажан, на тебе. Так, давайте, поднимайся, как я тут забрался. Вау, да-да-да, хорошо, хорошо, давай, давай, поднимай. Иди отсюда. Это ты, иди отсюда. Так, ну, давай, ребята, я верю в мой тачик, вау. Да, взорвал. Давай, не взорвал меня. Так, я, ребят, буду подниматься еще выше. Ну, пожалуйста, танчик, давай. Выше крыши не залезь. Не, ребят, тут я уже по-любому остаюсь вместе со своим турботрактором. И, получается, оставляю его на 14 ступеньки. А Леха у нас, так, ну-ка, Леха. О, ого, нет, ну нифига себе танчика, конечно. Ладно, ребята, Леха остается на 13 ступеньки, я на 14. И мы переходим уже к подсчету наших результатов. Ну, вот, ребята, мы же с Лехой посмотрели наши результаты. И, получается, первое место в этом эпичном ролике занимает мой турбо-мустанг на больших колесах. На втором же месте занимает Лехина точка. Это, ребята, дальше на больших колесах. Да. На третье почетное место занимает мой танк и турбо-трактор. Только это уже уголечек. Короче, ребята, я надеюсь, что ролик вам понравился, вы ему поставили свой офигенный лайкосик, подписались на мой канал, делали красную кнопочку подписаться, серой. Ну и также, ребята, не забывайте подписываться на моего друга Леху Джела, ссылки на него в описании. Всем удачи, всем пока, народ! Всем пока, чуваки! Кстати, друзья, не забывайте то, что по ссылочке в описании вы можете найти мой телеграм-канал, где я общаюсь с подписчиками и также рассказываю про свою личную жизнь. Так что ссылочка в описании. Телеграм. Да-да.